по немножко уклону. Мы этот уклон учитываем и подрезаем. О, можно маленько подвинуть подальше. Чтобы дверь не села. Рейтинг вот такой, на любое расстояние мы можем взять и сделать отметку. Зазор надо устранить, где-то пятерочка. Ага, лишку срезали. Видишь, опять зазор, вот здесь. Видишь, зазор? Потому что лишку срезали. Сейчас еще дырочку еще. Срезали.
О, сейчас хорошо. Сейчас нет зазора. Прихватили вот сюда. Все, вот она сейчас будет. И пытаемся отстрелить. Вот она. Одна дверка будет вот здесь, а вторая вот здесь. И если вторая вот нам нужно выйти вот сюда. Чтобы... Вот она вот так встанет. Надо. Вот так. Ну только она вот здесь встанет. Это я просто привязку что ли. Вот. Вот. Да. Она у нас с запасом. Поэтому мы здесь отметку делаем. А, здесь мы сделаем столько же, сколько здесь. Потому что уровень не добивает до сюда. Есть другой уровень, понял? Он бьет прямо со своей стоянки и до потолка. Прямой угол. Сюда, наверх и режем сверху, чтобы чисто резать. Да, внизу будет чисто. Потому что внизу визуально же видно, а сверху-то визуально не видно. Так, это вот сделал. А теперь сюда сразу одеваем сифон. Длинный, а это сюда и короткая пойдет. Это у нас пошло вот сюда, и мы ее раскрепляем. Так, подожди, не раскрепляем. Сделаем вот так. Мы сделаем вот так. И вот так. И тоже два угла. Так, она у нас лезет, ну-ка, тут 450, а тут сколько? А тут 408. А-а-а, 460, и тут 460. И вот это лишнее надо отрезать. Сверху, снизу, без разницы. А это подпицевал уже. Знаешь, не дарец, он же подпицевал. Да. И поэтому пофигу. Вот так вот где-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
символически закрепил для понта. Катаемся и катаемся. Вот этот вот торец отстранить. Тут почему-то нет луча. Не, есть. А вот он идет по кромке, идет. Да. Ага, вот он этот луч. Вот смотри. Этот луч у нас вышел. Вот сюда. Меняем уровень. Смотри, по этому, по лазерному, проверяем наш железный уровень. Вот тут. Вон, в пределах нормы. Показываю. И вот здесь плинтус отчеркиваем, понял? Поэтому обрезан. Отчеркнули плинтус. И открыли. Открыли. Взяли шлифовер и открутили вот этот вот. Они забивали. Да. Здесь тоже есть. Вот он. Внизу. Забивали. На толщину блиста. Ну, здесь еще пойдет. Это жерка на 250 доска, так что мы берем чуть побольше. Вот так вот. Нормы. Вон у нас по уровню. Значит, мы прямую делаем. По высоте. 2700. 2700. 2705. Значит, потолок у нас на 5 миллиметров завален. Режем литвы.
Да, куда ты нам скинул? Так, берем вот эту закрывачку, чтобы не обрез этот скотч, и закрываем бритву. Нет, что-то не... А, он не дает, но... И вот этот зазор нам надо устранить. Там где сено было, Паш? У нас должен быть по уровню. Вот он есть. Он стоит по уровню. Угу. Значит, мы устраняем зазор возле стены. Берем этот же наш. Отчеркиваем лестницу. Показывает. Вот рисус, мы в него вставляем маркер и отчеркиваем. На любом расстоянии от стены. Покажи линию, которую мы. Видишь, линия толстая она. А, я, ну, выбирай любой край. Можешь на середину, тебе середину не видно, а вот этот край тебе видно. И по краю прям по какому. Заводской тарелки нам нужно
не будет. 2700. 2700. И тут тоже 2700. 3 миллиметрика прибавляем, чтобы у нас зазора не было, как правило. Он пойдет на примыкание к боковине. Не будет примыкаться к боковине. А какой мы выберем торец? Ну давай вот этот, мы его даже еще пройдем маркером. Для того, чтобы этих не было видно никаких сколов. Это орех итальянский, и маркер тоже орех итальянский. Взяли этажерку и приставили ее. Следующий рез на плинтусе. То есть с учетом прицефала он будет где-то вот так вот. Мы отрезаем плинтус. Смотри, встала у нас панель. Это жиркина. Она у нас тут хорошо привыкает.